знаешь, мы все ужасно разные. Зеленые и белые, и желтые, и красные. Кто носит юбку в клеточку, кто маечку в горошек. Но главное, всем хочется найти друзей хороших. Надела лето, лето, лето радугу, как ленточку. И ходит зебра в клеток, 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 клето в клеточку. Зебра в клеточку. Ой. Интересная дорога. Яна, что ты наделала? Это не я, вернее я, но я не виновата. Это все песок виноват. А на дальнем пляже песочек розовый и цветочки вокруг. А почему мы там не играем? Дальний пляж далеко, мне кажется. Разве? Сейчас проверим. Спасибо. Да не за что, там их много. Я тоже туда хочу. И я. Я не хочу. Дорога слишком длинная. Это не дорога длинная, это ноги у тебя короткие. Кто со мной? Я. На старт! Внимание! Марш на пляж! А я? Подождите! А ты-то куда? Зачем тебе эта скучная и длинная... Длинная и скучная дорога. А я уверена, что нас ждет чудесная, развеселая, великолепная прогулка с неожиданностями и сюрпризами. Ну вот, теперь я тоже хочу пойти. Сюрпризы я люблю. Я вроде бы. А то вдруг что-то интересное пропустим. Чем дорога неизвестнее, тем дорога интереснее. Столько разного найти можно на своем пути. Эти письмена оставили наши предки. Обратите внимание, древний крокодил. Вот она! Древний слон. А также... древнее яйцо! Ух ты! Я устал и пить хочу. Кажется, я слышу ручеек. Туда! Ребята! Родион нашел чудесный родник! Дорога интересней. Посмотрев на небеса, мы увидим чудеса. Она живая, вроде бы. Вот это да. Ну надо же, кого я вижу? Медленные. Бедненькие. Так долго.
долго шли. Я и не заметил. Зато сколько интересного мы увидели. Древние рисунки, родник и рождение чудо-бабочки. Ой, не выдумывайте. Ничего такого там нет. А вот и есть. Ой, да, рождение бабочки. А вот и нет. А вот и есть. А вот и нет. А вот и есть. Просто надо смотреть по сторонам, а не нестись, как угорелые. Я лучше всех могу смотреть во все стороны. Ничего интересного не вижу. Паша, попробуй не спешить. А можно обратно мы пойдем с вами? По вашей этой интересной дороге! Конечно! В жизни каждая дорога нас приводит к чудесам. Подожди совсем немного, ты увидишь это сам. Длинная дорога – это развлечение. Длинная дорога – это приключение. Ты на все, что встретишь, посмотри внимательно. Длинная дорога – это замечательно! Зебра в клеточку! Ой. Пойду-ка я искупаюсь. О, холодненькая! Привет, клеточка. Привет, Гоша. Пойду-ка я лучше попрыгаю. А. Бутылочная почта. Оттина! Попробуем. Соленая. Жесткая. Фу. Что сразу фу? Да не ты фу, а вот это. А что это? Это фу. Это что-то редкое, что-то древнее и даже таинственное. Я, кажется, знаю, что это. И что? Это шуршалка. А где шуршалка-то? Ушуршала. Ага. Так, 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 так. А что это? Янка, отдай. Это наша шуршалка. Шуршалка? А вот и неправда. А вот я знаю, что это. Что? Что? Это... Ой, что это? Привет, Паша. Это... Звенелка. Правильно, Петя. Звенелка. Да нет же, это шуршалка. Шуршалка. Звенелка. 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 Ой, как у вас тут интересно. А что это? Звенелка! Шуршалка. Звенелка! Шуршалка! 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 Стойте! Я тоже хочу играть с вами! А мы не играем.
Мы спорим, что это? Шуршалка. Нет, звенелка. А, понятно. Сейчас, секундочку. Шуршите. Не шуршите. Звените. Не звените. Ну, так что это? Это... Что? Шуршезвенелка! Шуршезвенелка! Вот так это звенит. А вот так шуршит. А еще это бутылочная почта. Она очень старая. Ей может быть больше 100 лет. Бутылочная почта? Мы получили древнее послание по воде. И что ж там написано? А, написано тут, что... Шуршезвенелка, повышатель настроения и укрепляйтель веселья. Если хочется шуршать, шуршите. Если хочется звенеть, звените. Так там и написано. Точно так, слово в слово. И что же мы будем с этим делать? Я думаю, отправим дальше. Пусть те, кто получит это послание, шуршат и звенят, и танцуют! Она еще плюхалка! Плюхалка! Ой. Ой, как здорово! Я с вами! Бу-бух! Я просто не люблю танцы. Как не любишь? Все любят танцы! Это же самое лучшее занятие! Ну вот как-то так, не нравится. Ой, хорошо. Отчина! Это что такое? Ой! Землетрясение! Джунглетрясение! Ой! А! Бу-бух! Ха! Бу-бух! Кажется, это здесь. Танцуешь?
Нет, нет, нет. Банан хочу достать. О! А я вижу, что танцуешь. Ты стесняешься? Понимаешь, я очень люблю танцевать. Только слоны не танцуют. Но ты слон, и ты танцуешь. Значит, слоны танцуют! А ну-ка, покажи! Давай! Давай! Смелее! Отлично! Мне нравится! Тебе правда нравится? Конечно! Всю жизнь мечтала станцевать слона топа! Дэнс! А разве есть такой танец? Но мы же его танцуем! Логично. Вот тяна! Ты что, танцуешь? Слон танцор! Видали? Видали, видали? Поэтому я и скрывал, что люблю танцы. Знал, что вы будете смеяться. Вы нам мешаете танцевать? Лучший танец в мире! Это какой такой? Слона топа дэнс! Слона топа дэнс? Разве такой танец существует? Ну, мы же его танцуем. Так, Родион, не отвлекайся. Как ты там меня учил? А можно с вами? Конечно! Ой, как хорошо! Я хочу! Все танцы знаю, а такого еще не пробовала. Нет, ну, а чего сразу-то не сказал? Тогда и я хочу. Ой, спасибо. Зебра в клеточку! Ой. Что? Ага. Самый редкий зверь. Дерево. О! Облако. Тебе тоже слово на О. Что-что? Океан. Ага. Мне, значит, на Н. Небо. Опять тебе на О. Привет, клеточка. С кем это ты? Разговариваешь с кем? А может, с чем? Это мой новый друг. Знакомьтесь, Валерий. Очень редкий зверь. Во дела! Редкий зверь? Редкий зверь. Ой, какой маленький. Какой маленький. Что? Ага. Покажите. Поняла. Покажите. Друзья, Валерий приглашает нас за редкими ягодами. Как они называются? Годжи! Ягоды годжи! У нас такие не растут, клеточка, мне кажется. Точно не растут. Я знаю все растения на острове. Откуда ты знаешь, что знаешь все поле? Может, он знает еще одно? Клеточка, милая, не слушай его. Он слишком маленький. Как можно верить такой козявке? А чего это? Я вот маленькая по росту. Маленький что, значит, и слушать не надо? Яна, мы тебя и так почти никогда не слушаем. И не всегда понимаем. Ах, так! Так! Клеточка, я с тобой! И я, маленький, вперед! Валерий, показывай дорогу! Thank you.
Или сюда? Валерий говорит направо. Клеточка, а это твой Валерий. Он нас в болото не заведет? Маленький не значит глупый, Яна. Да, не значит. Теперь туда. Нам не перебраться. Мы маленькие. Петя, маленькие, значит, легонькие. Верно? Да. Тогда делаем, как я. Петя, клеточка, опять тупик. Все пропало. Я знаю, что делать. Маленький не значит слабенький. Да, Петя? Угощайтесь, друзья! О, дела! Клеточка, Яна, Петя, Годжи! Но как? Командная работа! Маленький Валерий знает дорогу. Маленькая Яна умеет прыгать через речку. А маленький Петя отлично прокладывает путь. Мал да удал. Так держать, братишка. Выходит, маленькие много чего могут. Какая маленькая и вкусная. Секундочку. Что-что? Валерий говорит, завтра пойдем на снег смотреть. У нас нет снега, вроде бы. Снега вообще не существует. Это сказка. Опять маленьких не слушаете? Гипотезу о наличии снега на острове необходимо проверить, снарядив экспедицию. Что? Ни слова не понял. Понимать не надо. Идти надо. Идем смотреть на снег. Ура! 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 Зебра в клеточку! Яна и зебры. О, а что это? Как корабль плывет. Красота. Эх, нам бы такой. Ну, побольше, а то даже Петя не влезет. Паша, кораблик кажется маленьким, потому что он далеко. Это оптическая иллюзия, вроде бы. Иллюзия. А давайте построим свой корабль. Здорово! Вот это идея! Ура!
Девочки, куда вам? Тут нужна сила. Вся сила в перьях! В перьях? Интересно. Так, занимайтесь лучше своими девчачьими делами, вот. Девчачьими делами? Да, корабли строить не ваше дело. Как-то обидно. А у меня идея! Гоша, а ты уверен, что мы здесь не нужны? Уверен, уверен. Вот тена не плывет. Есть мореплаватели, а мы будем морестоятелями! Грустно. Чего-то не хватает, мне кажется. Больших белых тряпочек. Точно, паруса. Мы забыли паруса. Ну где же их взять? Вот дела. Что? Не плывет ваш корабль? Простите нас. Мы были неправы. Без вас мы не справимся. Вроде бы. И мы без вас не справимся. Шить? Фу! Гоша, а ты попробуй. Вдруг понравится. Ну-ка, Поля, Яна. Паша, стежок сюда, стежок туда. Шитье совсем не ерунда. Дела. Шитье, а затягивай. Гоша, главное, чтобы нравилось. И готово! Да. И как его теперь повесить? С молотком? Мне туда не забраться, кажется. Ой, Родион, тут нужно половчее. Хе, вот дает. Кажется, без девчонок корабль не построить. Да при чем тут мальчики и девочки? Не важно, кто ты, важно, что ты умеешь, любишь и хочешь делать. И пробовать новое и разное. Хей-хо! Я люблю жить. А я забивать гвозди. А я дышать ветром странствий. А я бегать. Ничего нового. А я? Что нового люблю делать я? Поля, посмотри на свои полоски. Ты же прирожденный моряк. Вставай к штурвалу. Полный вперед! Зебра в клеточку! Ой. Всем привет! И приятного аппетита! Аппетит-то у меня и так хороший, только вот стол пустой. Сейчас все будет. Мы ждем посылку. Посылку к обеду. Вот. О! Это нельзя есть, мне кажется. Аккуратнее. Это и не надо есть. Есть надо из этого. Ой, а как это делается?
Как это делается? Вот так. Учитесь. О! Ты слишком серьезная. Потому что прием пищи не шутка. Как мы до вечера будем обедать? Или до завтрака? Отличный трюк! А я думала, будет совсем скучно. Прекратите хулиганить за столом. Уже есть очень хочется. Можно я руками, ну? Нет. В моем доме есть правила поведения за столом. Что вы за неумехи? Мы умехи. Просто я как-то привык хоботом. Хватит! А можно попросить воды? В чашечку? Конечно. Сейчас налью. Предлагаю ее развеселить. Что вы сделали? Та-дам! Увеселительную пирамиду! Весело, весело! Знаете что? Я вас позвала обедать, а не играть. А я как раз обедаю. Наконец-то! Вы совсем меня не слушаетесь! Это обидно! Но мы не хотели тебя обидеть. Вроде бы. Я все исправлю. Во дела! Сердце мое разбилось. Ой-ой-ой-ой! О, Поля! Прости меня, я же не специально. Мы только хотели тебя развеселить. О, смотри, на Родиона похож. Мне совсем не смешно. Уходите. Даже мне совсем не смешно. Да уж, наломали дров. Наломали осколков. Это я во всем виноват. Ничего ты не виноват. Я все начала. Что я поняла? Что друзья важнее всех правил на свете. То есть я могу есть без вилки? Вот это! А я хоботом. Давайте есть так, как нам удобнее. Только чур аккуратно. Ура! А давайте тогда опять построим пирамиду из посуды! Высокую-высокую, до потолка! Ведь это так весело! К тому же она не бьется, мне кажется. А давайте поедим сначала, а? Догоню! Поймаю! Ага! Попалась! Сезон дождей!
здесь? А, вот тена, клеточка. Гоша, теперь ты водишь. Я занят, спешу выспаться. Лучший сон под шум дождя. Хватит пускать пузыри, пойдем гулять. Подожди, пока пройду дожди. Никто же не гуляет в такую погоду. Ждать? Вот уж нет. Я научу всех любить дождь. Эй, веселей, выходи, играй скорей. Когда идет дождь, надо сидеть дома, вроде бы. А давай делать не как надо, а как хочется. В плохую погоду хочется сидеть дома и грустить. Так погода же прекрасная, просто идет дождь. Эй, эй, веселей! Коля, выходи скорей! Не пойду. Я только что причесочку сделала. Подумаешь, можно скакать по лужам. Ловить ртом капельки. Ап-ап. Бегать между струек. О, отличная лужа для скакания. О, вот это плеск! Фу, гуляй сама, раз ты так любишь этот противный дождь. Да ну, под дождем гуляют только те, кто с приветом. А это точно не я. И не я. Скорый день не радует, и дождик все сильней. Мы добежим до радуги и спрячемся под ней. Скорей, скорей сюда беги и знай, что в мире нет зонта прочнее радуги, но это наш секрет. Давай веселей, выходи гулять скорей. Давай веселей, выходи гулять скорей. Холод и в жару, дождик на ветру, рано поутру. Глупо. Положено сидеть дома, вроде бы. И быть сухими страусами, а не мокрыми курицами. Жаль, нельзя гулять под дождем и оставаться сухим. А? Сухим? Ой, не капает. Дождь кончился. А здесь не кончился. Здесь кончился, а здесь не кончился. Загадка природы. Да, но нельзя же носить с собой пальму. Почему нельзя? О, идея! Не обязательно. И прическа в порядке. И перья сухие. Их можно понять. Не все любят дождь. Но все любят гулять. У природы нет плохого.
Жаль, день не радует, и дождик все сильней. Мы добежим до радуги и спрячемся под ней. Скорей, скорей сюда беги и знай, что в мире нет зонта прочнее радуги, но это наш секрет. Давай веселей, выходи гулять скорей. Давай веселей, выходи гулять скорей. Холод и в жару, дождик на ветру, рано поутру. Ой. Фотоаппарат. Привет, Коля. Пойдем играть. Не мешай мне, клеточка. Я творю. Это не что, а кто? Это я. Хоп. Если приглядеться, даже красиво. Ничегошеньки не красиво, потому что не похоже. Не получается. А я так хочу повесить на стену свой портрет и любоваться. Устроим состязание! Ведь нас так много! Кто-то обязательно нарисует похожее! Конкурс моих портретов! Гениально! Включаем фантазию! Фантазию! Это я могу! Сейчас как включу! Паша, выключи немедленно. Рисуйте точь-в-точь, как видите. Особенно мои полосочки. Постараемся! Я художник! Я так вижу! Вот! Гоша, где мои чудесные глаза? Где челочка? Ужасно! Чудовищно! Родион, а у тебя что? Отвратительно! Кошмар! Обидно! Это мне обидно! Я же хотела любоваться, а не ужасаться! Вот тяна! Вообще-то я старался! И я вроде бы... И мы! По-моему, очень оригинально. Но я хотела как взаправду. О, идея! Сейчас вернусь. Фотоаппарат. Он делает картинки точь-в-точь, как на самом деле. Странно. Почему-то картины мне нравятся больше. Я смотрю на них и вспоминаю моих друзей. А это
Я и в зеркале каждый день вижу. Это искусство! У каждого художника свой особый взгляд! Чего-то не хватает. Поняла! Авторов! Приготовились? Снимаю! Но как же так? Тебя не будет на общем фото. У меня же есть ваши рисунки. А завтра будем играть в скульпторов. Кто будет моделью? Я. Только чур не шевелиться. Четыре, пять. Охота. Звери укрываются. Охота? Ну такая, понарошку. Начинается. Ой. Родион? Ну где же вы? Куда попрятались? Не, ну так нечестно. Сколько можно вас искать? Ку-ку. Ну хоть знак подайте. Ку-ку. Ой, когда он уже нас найдет? Тише, понял. Даже если мы все закричим, он нас не найдет. Посмотрите на этого охотника! Только спать и есть умеет! Да разве ты крокодил? Ты не настоящий крокодил! Я не настоящий? Я зеленый! И во! Зубы, видишь? Зачем тебе зубы вообще? Бананы жевать? А давайте ему поможем стать охотником! Устроим школу охоты! Школу? Это хорошо! Ну, мне так кажется. А я научу быстро бегать. А я научу прятаться. Научу тебя прятаться красиво. Тренировка закончена. Не так думаю. Ну, покажи, на что ты способен. Я бы показал. Но на кого тут охотиться, а? Не на клеточку же, Янка. А будем охотиться на фрукты. Кто больше соберет? На старт? Внимание! Марш! Я тебя учил. Давай, давай, быстрее. Ты охотник. Ага, охотник. Ты же хищник. Ага, хищник. Хи-хи, хи-хи. Зря вы его учили. Он все равно не настоящий крокодил. Come, come, come.
Зря мы его учили. Он настоящий крокодил. Ой, крокодил-охотник, это опасно. Раньше было лучше. Ой, точно. Кошмар, сейчас от леса ничего не останется. Стой! Все вместе! Стой! Ай-яй-яй, что же я натворил? Ой, я совершенно не люблю охотиться, даже на деревья. Ну не мое это. И правда, не настоящий крокодил. А мне кажется, ты настоящий крокодил, только добрый. Настоящий добрый крокодил! А вот что я люблю, так это считать падающие звезды. Так давай и будем на них охотиться. Прекрасно быть самим собой и делать то, что нравится. Ведь так как ты, никто другой не сможет с этим справиться. Тобой гордимся просто мы, зубастым, добрым, милым охотником за звездами и нежно крокодилом. А как красиво. Восемь. Я насчитал 8. Я всего 4. А у меня 0. А я 16. Гоша, ты лучший охотник на звезды. Ни на кого не похожий охотник. Зебра в клеточку. Пешеходный переход. Бип-бип. Мы играем в машинки. Сегодня я такси. Поберегись! Дорогу зеленому трактору! А я подъемный кран. А я грузовичок! А я самая красивая машинка. Вжик-вжик, бип-бип. Нет, наоборот. Бип-бип, вжик-вжик. А я этот. Кто? Эй, эй, все сюда. Паша опять заглох. Вот тяна. Приехали. Паша забыл, кто он? Кто я? А я знаю, вроде бы. Ну? Автомобиль, вроде бы. Автомобиль гоночный. Поберегись! Вообще-то он был автобусом. Ух ты! А что это вы тут делаете? Мы играем! Мы машинки! Ой, а можно мне с вами? Бип-бип! Маленький ты еще, Петя! Бип-бип! Бип-бип! Это для взрослых. Как жаль, что я не могу играть с вами. Точно. Видишь, какая скорость? Тогда я буду играть сам. Ой, мы все ударились. Авария! Точно, точно ударились. Это он виноват. Это он виноват. Понимаешь ли, в свои детские игры. Никакого порядка. Бип. Точно! Нам нужен порядок.
Значит, нужна дорога. Точно? Точно! Точно! Да, обидно. О, а давай ты будешь пешеходом? А это интересно? Очень. Ты можешь ходить туда, сюда, туда, сюда. Как же мне ходить, если вы ездите туда-сюда? Очень просто. Мы построим пешеходный переход. Переход? Пешеходный? Пешеход? Переход? Готово. Давайте играть. Пешеходный переход нужен для того, чтобы дорогу можно было перейти безопасно. А машины? Стоп! Ну, я пошел. Ура! Теперь я главный! Вот и нам. Приехали. Теперь он играет, а мы стоим. Я так не играю. Вот именно! Никто не играет! Пусть идет быть пешеходом в другое место. Но я хочу с вами. Петя прав! Вместе играть гораздо веселее! Но когда он ходит, мы стоим. А когда едете вы, стою я. Так-так-так. О, придумала! Когда они едут, ты стоишь. А когда они останавливаются, ты идешь. Ура! 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 Только помните, и машины, и пешеходы должны уважать друг друга. Взаимоуважение – вот правило движения. Зебра в клеточку! Финики. Быстрее, быстрее. Быстрее, еще быстрее! Яна, да что случилось-то? Это надо видеть! Это пальма. Мне кажется. Зачем же мы так спешили? Сенсация! Еще одна пальма на острове! Может, она необычная? Конечно, необычная! Финики! Финики созрели! Отчина! Источник бодрости и здоровья! И того, и другого, мне кажется. Мне! И мне дайте! В очередь, Петя! Каждому по одному! Ну и что? А то, что всем поровну. Яна, пусть Гоша возьмет мой финик. Я их не люблю.
Что? Как так? Клеточка? Как можно не любить финики? А вот так. Я люблю бананы и апельсины, ягоды и плоды манго, а вот финики нет. Хочешь сказать, что я жадная, а ты щедрая? Вовсе нет, Яна. Просто финики мне правда не нравятся. Не верю. Попробуй один. Спасибо, Яна, но я правда не хочу. Она просто воображает. Я докажу, что клеточка любит финики. Один в руки. Все по-честному. Разве это честно? Одинаковые порции и мне, и Пете. Честно. Мне тоже кажется, что лучше определять количество по соотношению массы тела и массы финика. Моя пальма, мои правила, Родион. Не нравится? Можете есть свои апельсины. Ну ладно. Всем привет! А, наша капризуля явилась. Неужели распробовала финики? Нет, Яна, зато я кое-что принесла тебе. Ой, что это, клеточка? А ну-ка, дай-ка. Ну и кислятина. Вот видишь, я люблю лимоны, Яна, но не люблю финики. А я не люблю манго. А я листья папоротника. А я скуку. А я все люблю, только подавай. Кажется, я поняла, клеточка. У нас у всех разные вкусы. Вот именно, Яна. Во дела. Все финики теперь общие. А что мы стоим? Бежим, едим. А ну-ка, стоп. Ведь клеточка не любит финики. Как же быть? Ой. А давайте каждый принесет свои любимые фрукты. Устроим грандиозный пир. Ура! Как много скушав. Для бодрости, для радости, для смеха и веселья. А витамины нам не врут. И каждому достанется любимый фру-фру-фрукт. Правда, красивые. Вот оно. И полянка, чтоб поиграть. Бежим!
А? Что? Какое дело? Ты что? Ну, просто, я не хочу туда идти. А, я поняла! Он просто не хочет идти через мостик! Он боится! А вот и нет! А вот и да! Не боялся бы, уже 100 раз прошел бы! Вот и ходи сама. Я и хожу! А ты трусишка! Подумаешь, я тоже иногда боюсь! Да-да, я ужасно боюсь всего скучного! А ты, Гоша? А я тоже боюсь иногда, что вкусненького не останется. Вот так. А я вроде как боюсь всяких этих, как их, споров. А я боюсь, что какая-нибудь полосочка окажется не такой ровной. А я боюсь, что мы так и будем стоять и никогда не начнем играть. А я не шучу. Ты смешной, Паша, даже когда не шутишь. Что же мне делать? Лично я в таких ситуациях специально делаю все наоборот. Вверх тормашками. Как это? Вот так. Ведь ты боишься упасть вниз. А если поменять вверх и низ местами, то падать можно будет только вверх. Погодите, погодите. Значит, вы все чего-то боитесь. Ха, трусишки. И только я, ничегошеньки не боюсь. Как здорово. Это бряк. Ой. Бряк. Яна, тебе очень больно. Ну, нормально. Спасибо тебе, Петя. Ой, посмотрите на него. Петя перебежал мостик. Ну, дела. Как так? Ты что, перестал бояться? Нет, я очень-очень испугался за тебя. Да, мы все за Яну испугались, но только Петя бросился помогать. Настоящий друг. А я испугался, мне кажется, больше всех. Так, предлагаю срочно перестать бояться и продолжить прогулку. Вверх тормашками! Ну, смелее! Это не сложно! Давайте-ка признаемся, что все мы иногда чего-нибудь пугаемся, но это не беда. Когда с друзьями вместе мы, то страхи каждый раз. В испуге разбегаются и прячутся от нас. В испуге разбегаются и прячутся от нас. Зебра-клеточку! Ой. Вот это цирк! Ой, чудесный день! Эка невидаль! Очередной чудесный день! Скукотища! Ах, душа просит приключений! Как же приключениям приключиться, если мы сидим на одном месте? Чисто теоретически, если пойдет дождь, нам придется спасаться и убегать. Не пойдет.
Секундочку, сейчас все будет. Розыгрыш, весело! Ни капельки. Ну, конечно же, он в порядке. Это же шутка. Отчина, Поля, я хотел тебя утешить. Честное крокодилье. Были цветы, а стали кусты. Даша, это вовсе не смешно. Это даже обидно. Поля, у тебя нет чувства юмора? И у меня его нет, кажется. Мне тоже обидно. И даже немного больно. Паша, иди-ка сюда. Я тебе сейчас как пошучу. Стой! Тебе смешно, а им обидно. У всех нас разное чувство юмора. Но я не могу не шутить. Это мой характер. Паша, дружище, надо работать над собой. Научишься не шутить, Паша. Приходи. Ну ладно, пойду тренироваться шутить. Без шуток. Паша, я с тобой. Присаживайся, клеточка. Даже не улыбнешься? Сначала улыбка, потом смех. Так и шутить захочется. И я потеряю друзей. Паша, выход есть. Шутить так, чтобы всем было не обидно, а весело. Попробуй. Ой, что будет? У кого полоска в клетку, тот похож на табуретку. У Пети грустное лицо, потому что он... Стой! Это не шутки, это обзывалки. Попробуй шутить по-доброму. Верно. Когда я шучу, слон всегда хлопает ушами. Я такой ленивый, что встаю пораньше, чтобы ничего не делать. Точно. Паша, наконец-то! Заходите, усаживайтесь на свои места. Вот дела. Паша тут как тут. Уже натренироваться? Еще как! Спокойно! Я держу себя в руках, то есть в крыльях. Минутку терпения. Ну вот, началось. На арене самый смешной, а вообще-то единственный и неповторимый Паша Страусяус! Да ну! Привет! Аттракцион добродушного юмора! Я вот понял, почему мы, страусы, не летаем, а потому что с большой высоты больно прятать голову в песок! С высоты голову в песок! Смешно! Никогда не мог понять, что такое улетная шутка, потому что я не умею летать! А теперь сюрприз! Опа! В чем разница между мокрой курицей и мокрым страусом? Страусы умеют шутить над собой. Говорят, до меня долго доходит. Зато я быстро бегаю. Не могу! Я от смеха стал такой счастливый. Точно. Все-таки юмор – это здорово. Главное, чтобы юмор был добрым.